have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. Да, все... Сегодня Zeppelin Wars. Поехали. Я не знаю, меня автоматически перекинуло в ту же команду, где я был. Можно я не буду капитанить в этот раз? Ладно. Спасибо. Я не буду капитаном, не собираюсь быть капитаном никуда. Тоже не хочу быть капитаном. Нам кот летит, нам кот летит, нам кот летит. Почему я только заспавнился, а кот уже летит? Это как? Всем счетом ПВО приготовить, сесть на свои места. Блин, ну тут ПВО мало. Я упал. Я не смогу отсюда выбраться. Кота, подбери, а. Я готов принимать. Я понимаю, что ты из другой команды, но подбери, а. Куда тебе? А, не, я залез. Все нормально, я готов бомбу поставить. Нам бомбу поставили, нас высадилось два человека. Одного я убил. Больно. Вторая у нас. Я ПВО, я ПВО. Народ, у нас тут вторая. Пушку можно пускать на пушку. Блин, две бомбы. Три. Ну блин, ну классно, она просто сюда прилетела и... Да. Эти бомбы дефьюза собрали семечки. Этого... Да, но никогда их так, охраняют. Пожара у нас вроде нету. Убил. Где бомбы? Все уже. Красава. Да. Они взорвались? Да, все, все три штуки. Круто. Нам так... кот летит. Эй. Опять! Да ну задолбал. Лететь-то. А вот он. Что это было сейчас? С чего ты по мне? Так, балкончик так, сняли, сейчас... молодцы. Что? Так, я подавил ударом. Кот, я видел, как ты перелазишь. Ты чего? Вы высадились сзади, артиллеристы сзади. Прямо у нас тут высадились. Налет на это, ну не налетную палубу. Бомбу закладывай. Летная палуба я. Дефьюзьте, бомбу дефьюзьте. Она ко мне пришла. Она внизу. Ко мне пришла. Бегу. Где оно? Сколько еще времени успею? А чем дефьюзите, как? Пятерка, там где этот. А, понял. А где бомба? Блин, я уже не успел. Все, обезврежено. Обезврежено, красавчики. Ребят, можете посвоить самолеты? Я хочу протестить свое противовоздушное оружие. Нет, не могу. Случайно нет. Хватит высаживаться, блин, дайте поиграть по-человечески. Ладно, начинаю им стучаться в этот корабль. Давай. Ладно, Тяра, я пробиваю, да ладно, до бака пробиваемся. Я заблокировал им проход. Блокируйте. А мы сейчас вам бак заблокируем. Да хорош! Блин, сел пострелять, пришел. Что-то хвостатое пришло, я не уверен. Адмирал, давай, хорош. Красава, все, я молодец, я его уничтожу. Молодец. О, что-то рвануло, я слышал. Минус топливный бак. Один топливный бак, я к другому сейчас подойду. Давай. Еду. Так, где это мы едем или они едут? Это я еду. Не знаю. Вот, давай починим. Ай! Пол в меня попал. Она у них за этим, за пушками. Правой наводкой можно по этим бакам давать. Понял. Чините кто-нибудь там бак. Вот там бак взрывает. Где? Сзади. Сейчас. Кот вышел на палубу, напал. Он меня поджег. Я сгорел. На работе? Да. К сожалению, меня не спонсирует. Смотри назад в следующий раз. А, давайте, кто кого спонсирует, останется немножечко за кадром. А вот все, до связи. А все, уже все. А как я это чинить-то должен? Никак. Как я это чинить должен? Чини баки. А я не могу, я не дотянусь до него. Такая горелка. Я не дотянусь. Слишком далеко. Весело. Ну так обращай наш дирижабль. А как я не поп... Ой, блин, погоди. Ой, блин. Так, у нас уже половина... Привет, кот. Как дела? Привет. Я понял. Все хорошо, у тебя как дела?
Я лучше, чем тебя. Все разрушил. Определенно лучше, чем тебя. Я на другую сторону сейчас разверну у нас. Я пока что, да, попробую выстрелить из того, что тут есть. Сделал большую ошибку, выстрелив меня. Так, пересаживаюсь на другой борт. Да хорош! Да. Я пойду тушить. Они подожгли. Да, пожалуй, я не там. Там в любом случае у нас там баг уже все. Да, он был. Патроны стреляйте! Так у вас тоже нет бака. У вас так-то тоже, да, но... Да, у вас уже... Пушку, 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 пушите! Пушку, пушите, главное! Ай, блин! Да хигля, оно тут горит-то! Стреляйте! Огонь! Я вывалился, я молодец! Пушки тушите, пушки, блядь, пушки тушите! Ну все, вы без пушек остались! Мне все равно, я из нее стрелять могу! Чувак, который сидит за столом, такой, it's fine! It's fine, да. А вы будете убиваться, пожалуйста? А можно нет? Ты зенитные пушки хочешь меня взорвать, серьезно? Ты чё? Не стреляй в меня, я пытаюсь себя попасть из пулемета. Ты же хороший человек, ты не будешь в меня попадать? Я адекватный абсолютно. А сейчас ты промахнешь. Мы сейчас упадем, пилите баг. Минус баг, ребят. Да, у вас сейчас будет минус баг. Предсказал из фигов. Ты что? Я вам баг взорвал. Я вам тоже сейчас баг взорву, не парься. Я его активно обстреливаю. Давай. А я сейчас пригляжусь, кто там обстреливает. Сейчас получишь. Вот это блин, да, опасно. Мы приехали. Да, сюда. Чё? Все. А на сирену, да. Сейчас все корабля не это самое, но я, пожалуй, того этого эвакуируюсь. До связи, я того этого. До связи, я тоже. Эвакуируйся. Ладно, ладно. Подбери, а. Народ, кто-нибудь заметил, что у нас практически не было авиации или чё? Или где? Да. Всё, пока. И наш дирижабль стоит на месте, заметьте. Потому что, ну блин, мне что, опять капитанить надо или где? Ты лучше не, не надо. Ну, давайте попробуем, черт с ним. Неинтересно же следить за тем, как ты управляешь, а интересно более следить за самим процессом. Ну, наверное, да, но надо просто, да, чтобы кто-то управлял. Так, ну, я плохой можно капитан, еще раз это, проверить, еще кто хуже. Здесь? Мегакот, ты здесь? Пш-пш. Перекличка. Сверим клички. Блин, фига себе, да, мы через Сингапур играем, если что. Ничего себе. Ну, у меня, по крайней мере, показано, что регион Сингапур. Ох, жаль, что мы не можем это в режим рейд поиграть. Не, ну не знаю, рейд как-то, ну хотя может. Да. А сколько у нас человек тут, погодите, на самом деле? Так, бэкрум это не наш, Кевин не наш. Стойте, кто бэкрум не наш? Бэкрумс это мой братан. Пардоньте, да? Все, бэкрумс наш. Я просто смотрел по значкам друзей, ну, видимо, просто не у меня. А я думал, это какой-то рандомный чел, поэтому в чате ответил. А на что у вас чат открыт? Я за пиратов. Ну, написал привет Никита, я написал привет Нэнни Никита. Ой, парни, а я Олег. На самом деле нет. Хорошая шутка. Я Василий. Да. А Олег чем-то отличается от имен других, с которыми можно тоже называться? Да, Олег это Олег, понимаешь? Я только знаю, что нельзя, чтобы у тебя, если ты Олег, чтобы у тебя была дочка, потому что ей с отчеством не повезет, а так все нормально. Да, да, да. А что за отчество? Ну, подумай, Олег, как там, а как будет, если мальчик... Олежа. Не, Олегов, получается, Олегов. Олегович и... А это самое, Олегов, и дальше добавляющий. Ну да. Я слышал, что еще такое имя Попеек есть, вот там вообще. Ну вы тут еще этого Никострата вспомните и всякое такое. А вы в курсе, что вы сейчас выиграете? Почему? Вас четверо, нас трое. Ой, нас двое. Нас двое. А показано 4 на 3. Подожди. Бэкрумс, поверьте, он ничего тут не сделал. Подожди. Бэкрумс, я не рассеял. Если полезный член общества, то это уже другое. Перепутал этот.
Адмирал, ты у нас в команде. Альфа, ты тут. О, да. Это прикольно. Ну, а нас четверо, чел. Фига себе, получается, ну, не, я с котом, но кот как бы он за троих, так что я, наверное, в преимуществе. Адмирал, иди рули. Чё я? Чё так косой? Мегакот ещё с нами, всё, мы выиграем. Ну, видимо, да. Мегакот капитаник. К тому же, не забывайте, есть такая штука, что как только я записываю этот режим, то я в нем проигрываю. То есть... Косяра! Камикадзе! А, вы что? Я сначала думал он за нас, типа, я даже не понял ничего сначала. Чего? Слушайте, я ничего не понял. А у нас никто даже не пытается управлять, я пошел. Ну, вас спасибо, ты котяра. Я пытаюсь. Пришел, закамикадзил наш. А я-то думаю, почему мы так долго идем? Есть такое. Не, ну в принципе, мы можем посидеть. А вы торопитесь, типа, да? Не, ну типа, ну вы что, мы люди не гордые, мы подождем. Я пока что, да, поставил на этот. Ребят, короче, знаете, я вас люблю. Сейчас садитесь, ребят. Сейчас кота надо сбивать. Там самолет вражеский, готовьтесь. Ого. Что за звуки? Стрелять по ним. Давайте я с тобой как раз на них постреляю. Тебя что, нуб стреляет? Сейчас тяжелая артиллерия пойдет. Он бимбу сбросил на нас. Но он дымится. Стрелять по кораблю. Бимба не долетел. Кей стрелять по Богдану. Почему бимба? Ну, это типа, знаешь, сзади высадится. А вон он. Где? Да, он уже спрыгнул, он спрыгнул, он спрыгнул. Бимба и бомба. Зачем? Где? Ты... Ах ты ж! Он, скорее всего, наверху. Чувак рулит, погоди. Давай, давай, рули. Этот самый адмирал контроль, там, короче, этот дальний. Да, он наверху. Готовьтесь нарушать Женевскую конвенцию, стреляем по парашютистам. Я тебя вижу. Ну потому что капитан видит все. Так я не капитан. А, ну тогда ты читер, а не капитан. Сейчас, подождите, я нарушаю Женевскую конвенцию, стреляю по парашютисту. Не мешайте, пожалуйста. Он сел. Альфа, погнали. Да. Давай, оперативная группа, ё-моё. Я не пойму траекторию выстрелов. Погоди. А, ну нифига не долетает. Он что-то заплантил, он заплантил. Бомб has been planted. Так, бомб has been... Встречай его. Он внизу, он внизу. Кот has been planted. Вы не успеете залететь бомбу. Так, после этого не хватает. А куда не пуди? Иди, сядь на пушку, блин. Я? Всё, дефузил, да. Не-не, я больше люблю... Отлично. Стреляйте по кораблю с пушкой. Personal Rumble, который, да, он наш чувак. Ну, в принципе, он понимает, что мы не это... Ну что ж, походу мы проиграем в этом раунде. Ладно. Чё мы-то на таком дальнем расстоянии? У нас дальний бой, что ли? Потому что они уходят. Да в смысле на дальнем кот, расстоянии? Кот, кот к вам пристает уже минут 5, как впритыки близко. Нам опять летит кот. Нормально, я зенитчик. У меня патроны кончились. Тоже сейчас за зенитчика. Кот не страшен. Так, ладно, ребят. Все, патроны есть, поехали. В любом случае, достигли потолка, так что норм. Сейчас будет патроны. Есть патроны, огонь. Долетит же. Долетит. Ай, блин, не долетело чуть-чуть. Он уже выпрыгнул из самолета или нет, скажи? Не знаю, давай херачь. Нет, еще нет. Или выпрыгнул. Да, он, скорее всего, на воздушном шаре уже сидит у нас. Да, вот он. Спускается к этому, к самолету. Там, где самолеты. Понял, он опять там бежит. Он наверху сидит. Наверху. А да как ты? Чё ты? Я его спустил. А что? А ты, чё ж ты тут забыл? Ты три раза уже сюда пытаешься что-то заложить. Ладно, давайте, парни. Придется взять тяжелую артиллерию. Артиллерию. Тут можно таранить, а тут можно таранить. Нет, к сожалению, нельзя. Жаль. Они по нам стреляют, пацаны, за пушки. Пацаны за пушки. Гавский, блин. Так, кот там, где ты? Ты вылетаешь или... В трубу он вылетает.
поворачивает наш дирижабль. Враги! Мегаход, поверни не так, но ты... Мегаход, что враг показывает? С такими союзниками... С такими союзниками, да. С такими союзниками враги не нужны. Я бегу, лечу, это, стойте! Мне тут приходится... Ух ты! Кот выкинул бомбу, когда из самолета врезался. Тушите! А, посбивай огнетушителя. Нет огнетушителя. Вот так нечестно. Я капитан огнетушителя. Я нашел огнетушитель. Давай быстрее сюда к нам. Бегу. Это как... Нет, у вас рили, кот очень жесткий. А вы-то что думали? Я же все-таки кот. Хорош! Стрелять по мне. Слушай, а как с нижних орудий стрелять еще? Кьюе. Так же. Ну так же, верхняя мышка, а нижняя QE. Но зачем я вам это говорю, не знаю. У нас бомба. А. На нижней палубе бомба, альфа. Альфа. На нижней палубе бомба. Вот тут прям чел ее контролит. А-а-а. На выходе. Стоять. Ребят, я вам тут палубу заложил. Ну, это, короче, палубу. И раз, Дула, два, ты стреляешь? Три. 4, 5. Нет, я когда убиваю. У нас что, бензобак взорвали? Да. Нет еще. Ну, все нормально. Минус одна зенитка. Красава. Но не ты. Я знаю, куда надо стрелять. Как я в самолет попал? Кто в самолете сидел? Иду я такой по улице, бах, и как-то в самолете очутился. Типичный буднина. Можешь чуть-чуть их обогнать? Мегакот. Можешь чуть обогнать, чтобы все могли по бакам стрелять? Да-да-да-да-да-да-да, красава. Вот так. Попал по баку. Чините боеприпасы, у нас они что-то сильно напрягали. Давай, Яль. Еще по баку, давай, стой на месте, Косяра, давай. Адекватный абсолютно раз. А, супер, давайте. По мне не стреляйте? Есть, ну да, минус бак, конечно. Первый кого чинить? Кого чинить? Я чинил, кого чинить? Фигли, я по тебе стреляю 3 раза, тебе нормально? Ты по мне попадаешь с первого раза, минус. Где, говорят, боеприпасы? Не, пожалуйста, я не хотел. Они везде. Впереди, середине, сзади. Я смотрел, они все починены. Так, ладно. А что мне показывается, что они... Офигеть, я не туда зашел, извините. Вы на зенитках или на пушках? Я вот не понимаю. Слышишь, кот, давай вперед, да, к второму. Во-во-во, вот так, да-да-да. Во, идеально. Вот я не попал. Кот прям перепрыгнул. Ломаем до пушки, до пушки пробивайся. Может я... К баку, давайте стрелять в бак. Понял, бак. Они сейчас... А как я это теперь потушу-то? Они как, все, он там будет гореть. Мегакот, давай... Давай, разворачивай. Давай, красава. Где наш капитан? Нету! Я его съел. Нет, потому что я бегаю и как капитан, и как стрелок, и как все подряд, потому что у нас 3 человека. Так, Альфа, пока мы не можем стрелять по баку, стреляй по капитанской рубке. По Пакистану. Индусы одобряют. Не тараньте нам. Ребят, там кот прыгает. У нас это бимба. Бомба. Бимба и бомба. Бимба и бомба. Два этих, да, знаменитых. Вот карма горит, нормально? Огонь выжигается. А что я сделаю, если я уже не потушу? Да ты потушишь, давай. В капитанской кабине есть огнетушитель, если что. Нет, не в том дело, что оно просто... Ой, я кого-то нашел. Да ты тушить не умеешь. Да, я знаю, предупредил об этом. Я люблю, когда лестница поломанная. Видишь, как все тушатся хорошо. Вон, бак открыт у них, бак открыт. Так туши. Бак открыт. Ну я потушил уже. Ну так молодец. Ну я молодец. Я знаю, что... Кот. У нас кот, у нас на корабле. Кот, вижу. Кот красный. Иду на перехват. Так, сейчас. Где?
Ай, забыл! Где чертовы огнетушители? Так-то их через так, ладно. А вы че двоём на одного? Я нечестно, я вам могу. Бомба, бомба. Вы че еще меня скинули? Бомба. Фьюзинг. Все, есть. Как туда-сюда корабль шатает? Чужие правила на чужой территории. Вон, 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 баг, баг. Может, их пожалеем? До конца. Фиг ли, кто корабль туда-сюда шатает, кто управляет им? Угорим. Да я знаю, в принципе, тут уже. Да взрывайте его, баг! Я знаю, что мы нубы! Тут нет огнетушителей, понимаешь? А, вот, появились. Просто нажимай по одному. Вы горите полностью. В капитанской кабине есть огнетушитель. Я не тем стал... Я случайно горелкой стал тушить. Да выплюнь ты! Все, норм, норм. Это играть с нубами. Да, ну как бы в прошлый раз ты играл, я не знаю, с нубами. В этот раз с нубами. Так, ну все. Так. Огонь! И еще выстрел. Альфа, ты чего? Не надо! Альфа на абордаж идет. А он с бомбой, он с бимбой на абордаж. Да елки-палки, я только добрался, да что-то вкусненькое, меня убили. Ну нормально. Ну я же это, на тебя смотрю. Да ну, есть! Сбегай с их корабля! Прямой наводкой! А, давай, быстрей! А, ну все, ясно. Альфа, какие! Ну мы тут я... еще не куда мне эвакуироваться? Парашютом! Успел! Успел! Нет, тут просто фишка в другом, что ты такой идешь с огнетушителем, пытаешься что-то потушить, проходишь мимо пушки, и бах, ты уже в пушке сидишь! И, ну блин! Стреляю я. Ладно, победа. Поехали еще одну. Фрум, я тебя два раза убил уже. У нас вообще корабль, хорошо. У нас нет пушек снизу. У нас только на одной стороне пушки остались. Скажите, я хороший капитан. Да, ты отличный капитан. Да. Скажем так, соревнование капитана могло бы состояться, если бы у нас тоже был бы капитан. А пока что сравнивать есть. 3000 дали. 3000 за победу, да. Да, есть такое. В смысле? Ну, да, я ни разу не проиграл, я был во всех командах. А я подумал, это нам дали 3000 за победу. Вот, это смотрите, карта, там внизу дредноуты. Ой, блин. Погодите, это мы сейчас... У нас в команде рандомные люди. Да, да. А что? Видите, там дредноуты. Да, вот, да. О, дождь пошел. Так, вот, давай сюда. Ты хороший капитан. Ой, а кого-то закамикадзе получилось. Так вот. Нет, у меня получилось. Ах ты. Погоди, а я в чьей команде? А, я понял, в чьей команде. Не с тем связался. Не с тем связался. Да, я убью. Чё, нормально, блядь, здесь я с дробовиком. А, да, конец стою. Так, ладно, я короче. Блин, ты меня перестрелял, я не знаю, кто это был, но ты меня перестрелял. По баку, давайте, прямым попаданием. Опять? Тут броня спереди, её не пробить. А, да? У нас бомба. Что тиканье? Ваши это часы уже тикают. Ребят, я пойду на приказы, готовьтесь. А, да, всё. На корме где? Я там сбил. Все. Ой. Ужасно. У нас мегакот сзади. Или это кто? Это не мегакот, какой мегакот? Мегакот это ты. А ой, блин. Помоги на корме, брожанно. Альфа, да, давай. Все, готово? Ну что тут сложно? Пришел, разобрался, ушел. Шут, я тут да, теле. Я плохо стреляю. Я из пушки хорошо. Не знаю, я тоже не особо стреляю, но с дробовика мне все нормально. О, прямой наводка, прямой. Это прямая наводка, хорошо. Все. Кот, они близко. Вот, все. Огонь. Давай, все хорошо. Капитан.
А, нас явно меньше стреляет по ним. Бак открыт. Ай! Есть! У меня пушка хорошо настроена, этот забирал, у меня пушка хорошо настроена. У меня отлично, идеально, кот не двигается. Он, да, да. Может быть, по бакам. Эй! Вот, вот, вот. Обычно то же самое испытывают люди, на которых падает кот, блин, просто. А сейчас с этим котом разберусь. О, Альфа разобрался. Эй, ребят, вы что, не разбирайтесь? Где я буду? Что я сделал? Много чем. Я же всего лишь просто... Бум, я прямой наводкой, прямой наводкой. Сейчас, сейчас, сейчас. Я уничтожу, я уничтожу. Хорош. Сейчас, сейчас, сейчас. Следующий. Постреляй ты уже, блин. Давай, 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 немного, немного. Да блин! Да у меня немного. Эба, ну, хорошо, займи мне мою пушку займи, там прям идеально. В смысле, чини, я сижу, стреляю, я им это, боекомплект разнес. Давай, чини баг! Будь нормальным! Они все, нет лекарства, но почти его добивает. Давай, хорошо. Есть! Тушим, 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 тушим. Где вы? Лучше не найти прям. Я знаю, это я. У нас все горит. Где еще? Я не могу огнетушитель взять. Где у нас огнетушитель? Снизу, низ, низ, еще нижняя палка горит. Вы что, нам два бака? Что, нам пушку взорвали? Да. Нам пушку взорвали. Мы им два бака взорвали, нормальный размер. Все горит. Да. Пердак горит. А, подождите, я Прума увидел. У нас все горит, тушить будем. Можем... Прум, скажи привет. Привет. Может, я что еще надо взорвать, чтобы они упали? Что еще надо? Ну да. Прум, я тебя вижу. Пушка горит. Я тебя тоже вижу. Блин. Да ну, вы просто хорошие тиммейты. Из чего? Блин, жалко, не пишу. У меня еще отличная идея. Происходит. Отличная идея. О, я Фрума и кота уже вот на пушках убил. Только что. Подряд. Одному выстрелу на каждого. Мне просто нравится, как наш спаун сейчас выглядит, но это уже другое. Ставьте капитана кто-нибудь. Все, я пошел отсюда. Не-не-не, никуда ты не идешь. Да какого же фига? У меня штурвал из рук вырывает, потому что мой дирижабль падает. Нельзя так! Да ну вас, я выпрыгиваю отсюда. Слушай, как-то это быстро было. Ну, потому что да, потому что я же говорю, у нас... Отличный капитан, Мегакот вообще отличный капитан. Вот, мы приехали, я начал стрелять с одной пушки, вы начали стрелять из четырех. Потому что у нас команда не понимает, что она делает, да. А вот у нас прекрасно понятно, кто капитан, а кто артиллерист. Ну да, да. Вот Дэвид Джонс какой-то. А теперь мы в меньшинстве, поздравляем. А кто, куда, почему? Привет, кот. Мегакот вышел. Эх, жаль, вот спасибо, чувак, что был с нами. Мегакот. Да. У Мегакота connected loss. А-а-а. Блин, если бы ты сейчас сказал, что у Мегакота Мегайкота, я бы не знаю, что с тобой было. Так. Так, то есть сейчас, по идее, с нами будет чайник. Чайник, чайник. И... Давайте какой собираем. Чайник? Это мега... Это Desert Fox, во-первых. Ну да, чайник. А, Мегакот вернулся, во-первых. Во-вторых, Альфа с нами. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Почему Альфа? Я хочу веселье. Подустал, если честно. Подустал? Да. Ну, хочешь, катапультируйся, я тебя не держу. Я думаю, мы последнюю катку сейчас гоняем и все. Да. Не, ну есть последний. Не, а вопрос. Так, стоп. Так кто все-таки будет с кем? О, пустынные. Орел, лист. Сейчас посмотрим. Я к Мегату коту сразу. Вы кто в куда? Я тоже с котом. Я хочу патруль. Все. Патруль. Дайте патруль. О, все, я в патруле. Блин, я не могу мышкой. У меня тоучпад не работает. А, все поздно. К пиратам давай, адмирал. Фух. Все, мы с сразу вперед, котом. Сразу ой, вперед. Блин, мы в каньоне, елки-палки. Давай, Фокс. Сейчас я позицию возьму. Так, я сначала всех найду, кто где на корабле сидит. Ладно? Так, ладно, давайте по-быренькому. Сейчас идем, выигрываем. Последняя каточка, все хорошо.
Выигрываем, а смотря так, кто выиграет. Ага, а, Альфа там. Ну, кто-то ладно. Из нас точно. Что? Так, Фрум, да, слушай, у меня есть хорошая тактика. Ты с нами? Да, с вами. Смилуйся, Господь, над твоей душой. Из пушек стрелять буду. Вот, ты там высматриваешь, где их дирижабль, да? Я вон вижу, где они тоже становятся. К нам самолет летит. Кто-то встаньте на турельку. Разведчик. Правую турель, пожалуйста. Я поворачиваюсь налево. Ладно, я поверну нас. Я поверну. Давай, гаси его. Вот так вот. Давай. Ай, блин. Не дайте ему сесть. Да он не сядет, он новичок. Новичок это немножко другое. Ладно, он сядет. Блин. Так, давайте без этого, То, что ты понял намек, это уже говорит о многом. Ну, знаешь, я не знаю, то, что я белорус, я за вашей политикой тоже слежу. Ты враг на корабле, поймите. Я понимаю, но, блин, что я тебе сделаю? Хоть что-то. Пойди убей его, ты же там этот прям профессионал. Это я-то улетел. Я профессионал, потому бомба. Что сражаюсь с этими... У меня мышка трясется дико, я... Там бомба. Да, я тебе про это и говорю. Понял. Бомба украинская. Ой, извините. Я забыл, что... понимаю. Вообще-то, бимба это уже мем. Пока... Я первый бимба раз это слышу, честно. Мем. Бимба и бомба. Такая бимба это мем вот еще вот до войны. Это можно... Ты думаешь, ты такой беспалевный? Что там? Да, я такой беспалевный. Да блин, у меня дробовик разрядился, у меня почему-то не заряжался. Мегакот уба... А нет, на корме. Так, я адмирал, лист, обстановку. Ботом, да. Вроде все нормально, спокойно. Сейчас я этому коту покажу кое-что. Не надо. Не надо. Я и так отлично вижу, не подходи ближе, да? Где этот? Дефьюз, тут 20 секунд. Да блин! Да так. Сзади кот, да блин! Давай на орудие. Минус корма. Минус корма. Да. Попробуй. Только сильно наверх бери, сильно на это. Сейчас, ребята, сейчас потеряли патроны. Чуть-чуть не долетает, сейчас крой, подойдем. Ой, блин, а что это? А, это бомба рванула. Я пытался кот зарезать. А это нормально, Альфа? Альфа, это нормально? Да, нормально, мы вас самолет затрофеили. Сейчас тихо. Сигма у нас! Наверху! Слышишь? Пожар! Стреляй, Альфа! Пожар! Тушь! Молодка, молодчик! Адмирал, может на нижнюю, там двойные. Ну смотри сам. Да не, мне тут удобно. Притормозить или маневрируем? Тормози, не, нормально. У нас бомба. Нормально. Где? А потом мне подстрелили колено. Где-то пикает. Так, ребят, я... Посадочная площадка, ребят. Я понял то, что посадочная площадка... Ой, что-то мы далеко ушли. Я разворачиваю. Ребят, подождите, я сейчас не замечаю. А наверху. Бабах, минус. Давайте на пушки. Мы хорошо сейчас. Давайте это взлетную площадку им бахните. А, так, кот это... знает тактику камикадзе. Я тоже такую бомбочку хочу. То есть никто не стреляет, окей, я понял. Я иду а вот хрен вам. Давай. Ешь меня. За императора! Ай! Бонзай! Микротор мастит. Я вам пушку сломал случайно. Не надо. Красава. У меня огонь тушится через 3 минуты, когда как я уже потушил. Блин, народ, нам бы как-то что-то делать надо, а то... Мегакот, ты капитан, что ли? Я тебя Ну он уже третий раз капитан, он там прям хорошо капитанит, молодец. Defending the screw, блин. Ты можешь сейчас починить ящик как-нибудь? Так ладно, давай. Народ, если я встану, то мы оба, ну, мы все втроем тут встанем, поэтому я предпочитаю сидеть пока что на капитанском месте. Это уже понял. Дайте нам выиграть. Понял. У них нету заднего бензобака. У них есть? А, у них есть. Альфа, ты умеешь водить самолетом? Сбейте синитку! Потоплю, стреляйте, потоплю, давайте.
Так они же нам тоже топливо фигачат. Я тут пытаюсь вилять. Мы тоже будем им в ответ по топливу фигачить. Мы что, будем просто так смотреть на то, как нам топливо фигачат? Ну а почему бы и нет? Мы не просим. Красиво. Да, ну нафиг. У нас пожар на верхней палубе, амуниция горит. Ох ты, никто еще. Ничего себе, кто-то там знает, сидит. Пожар на верхней палубе. Я. Молодец. Уже второго уничтожил, который на зенитку сел. Да молодец. Садитесь вон эти бесполезные зенитки. Пушки. Они хорошо самолеты сбивают, зенитки эти. Да. Знаешь, я из пушки тебя сбивал не раз. Ну, это надо попасть еще надо. Есть! Молодцы, красавчики. Так, стреляйте. Туши, туши амуницию. Тушите пожар, тушите пожар, тушите пожар. У них зенитка. Блин, у нас тоже минус бар. У меня какая-то игра тормозит просто жестко. Я занят своим делом, тушить не буду, потому что не хочу. О, вы поближе подобрались. Говори, куда вести. Давай, иди к ним. Они тушат, а мы горим. Если еще у нас, ребят, тоже бак рвануло. Может, это? А, да? А какой, задний, да? Верхний, да. Сзади. Сзади, ну, как бы, просто верхняя палуба горит. Не, мне нормально, там я не могу так играть. Блин, жаль. Что случилось? Да у меня карта все тушит. Я тушу, но он у меня не тушится. У меня, кстати, тоже такое бывает. Это, по-моему, минус один, там надо ходить просто в разных местах. У меня минус 1%, у меня минус 2% этого огнетушителя, это нормально. Не-не-не. Это ты в долг взял, да, уже? Да, откуда ты? Не знаю, откуда даже. Котяра, беги! Ай, блин, минус маршал, ладно, спаунись. Ладно, я на них иду. Нет, потушите, блин, ёпара СТ, задницу, горит! Чайник! Ааа, потушите! Чайник горит. Я потушил, вроде, это было сложно. Херачите со всех орудий. Есть. Потушите мои пип. Нее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 ee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 e
горит. Скорее всего, просто догорели. Нижняя палуба горит. Ну это ж безопасно, потуши, беги. Ну, можешь остановиться, я хочу по Альфе попасть. Что вы так резко поворачиваете? Стою! Но они-то вот, не спасибо. Стоят. Пойди, пожалуйста. Пойди поближе к ним. Ну, как бы, они находятся в точно таком же маневре, как и мы. Они вниз пошли, я сейчас тоже сейчас... Они вверх. Попробуй сделать так, чтобы мы были на одном уровне. Пробую? Да. Блин, а народ, уже половина дирижабля горит, черт побери. Да мне пофигу, я хочу закончить быстрее. Прошлая катка, все нубы, нет, сейчас, да мне пофигу. Двойные стандарты, все дела. Короче, ладно, эта катка, если она будет слита, то она торжественно слита. И за мне пофигу! Просто умрите уже по-нормальному. Тушите! У нас есть огнетушители? У вас же, ребят, есть телефоны, правильно, да? Как там говорилось. Ай. Эй. Застрял. У нас бомба на баке. Ненавижу эту игру, я просто хочу умереть достойно. Нормально, у нас человек сидит на турели, которая от вас в другой стороне и просто крутится. Вот команда, вот, ну короче, вы поняли. Что происходит сейчас? Происходит звездец. Ребят! Нижняя палуба прогорела, у нас бегают чуваки, пытаются ее потушить и падают просто вниз. Минус внимания! Да. Куча людей присоединилась! А, я горю, я сижу на огненной пушке. It's fine. Наверное, это дает какой-то бонус к урону, надеюсь. Огненные снаряды, плюс 10 fire damage, блин. Это Rage Quit. Нет, будет. Мои нервы мне дороже, не могу. Не, можно, никаких нервов. Они падают. А я упаду. Нет, это мы маневрируем. Стреляйте с орудий. Я боюсь, у нас скоро нечего будет стрелять. Я в принципе не понимаю, что происходит, потому что кто выигрывает, кто проигрывает. О, они нас из турельки гасят, неплохо. Из нашей же! Я взял огнетушитель.
Прошу прощения, технические шоколадки были. Хорошо, что ты вернулся. Альфа пиратчик. Тут у нас этот диверсант. Да, на третьем этаже, рядом на третьей палубе. Быстрее! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, ну все, до свидания. Это плохой. Ай-яй-яй-яй. Это что? Ты должен был моментально умереть. Ладно, ты умрешь. А, до свидания. Кто-то говорил, что капитан покидает корабль последним. Фиг. По-моему, корабль меня сейчас с собой заберет. Уйди, тварь! Наконец-таки! Вот он уничтожил другую сторону. Раунд! Ладно, ребятушки, тогда на этом серии будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. И всем спасибо. Покеда.